Томат Царевич. Индетерминантный, высокорослый, среднеспелый, высокоурожайный сорт для теплиц и открытого грунта. Необходима подвязка к опоре и посынкование. Формировать лучше в 2 стебля. В кистях 3-4 завязи. Помидоры желтые, плоскокруглые и сердцевидные. Мякоть мясистая, нежная, с великолепным, насыщенным, сбалансированным вкусом. Созревание и плодоношение растянутое. Ляжут плоды до заморозков. Сорт требователен к питанию и солнечному месту. Засуха и жиростойкий.